Запасы снега в горной местности Восточного Казахстана, Алматинской и Жамбылской области превысили норму на 50%, а в степных районах на 30%. В случае резкого потепления паводка не избежать. Но чиновники из Комитета по водным ресурсам уверяют, что ситуация под контролем. Специалисты опираются на опыт двухгодичной давности. В 2014 году в Восточно-Казахстанской области снега было больше нормы в два раза. Но потепление происходило медленно, и паводка удалось избежать. Такой же сценарий ожидают и в этом году, но стопроцентной гарантии дать никто не сможет. По предварительным прогнозам синоптиков, весну южные регионы встретят уже в марте. Тепло первыми почувствуют жители Южно-Казахстанской, Алматинской и Жамбыльской областей. Там среднюю месячную температуру ожидают выше многолетних значений на 2 градуса, а осадки не выше положенной месячной нормы. Соответствующий план разработан. Согласно этому плану все вопросы отработаны. На сегодня идет только проверка тех или иных технических и других материальных средств, которые необходимы будут в случае каких-то непредвиденных паводковых ситуаций.